Сергей Николаевич, разрешите вам пошире вопрос задать об актуальной проблеме. В футболе просто введен фан-айди. Каково ваше мнение как спортивного менеджера об этой мере? Ну и, может быть, представители законодательной и исполнительной власти тоже что-нибудь скажут. Тем более, что Сергей Викторович, вы, по-моему, голосовали за этот закон, я думаю, да? Спасибо. Ни для кого не секрет, что это очень удобно, безопасно и понятно для всех, скажем так, структур. Конечно же, нужно обратить внимание, там, почему и что вызывает там отторжение, потому что это идентификатор по факту там твоей личности. И мы понимаем, что крупнейшие, наверное, соревнования международные, которые проходили у нас в стране, они проходили именно с их участием. Мое отношение следующее. Мне кажется, надо с людьми договариваться. Если есть проблема, есть такое глубокое недопонимание, которое приводит к падению посещаемости и, по сути, заставляет людей делать выбор в пользу того, чтобы не ходить на футбол, я бы посадил за стол переговоров представителей фанатских группировок, посадил бы депутатов Госдумы, да, которые принимали этот закон. Но для начала нужно спокойно, взвешенно и корректно высказать свои позиции и понять, что не устраивает одних и что хотят другие. С точки зрения того, что необходимо соблюдать требования безопасности, это тоже мы должны понимать с вами и неприемлемо, конечно же. И не только, наверное, там я здесь разошьюсь, как Сергей Николаевич сказал, там матерные речевки, но и мы понимаем, что стычки там есть. Есть и разного рода провокации бывают. И здесь, конечно же, безопасность она, других участников, она тоже важна.